Сквер памяти борцов революции и сад Баланса вошли в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству. В перечне, который утвердил Минстрой, 120 проектов формирования комфортной городской среды из 110 муниципальных образований 60 субъектов страны. Самарский сквер памяти борцов революции с прилегающей территорией сад Баланса среди лучших в номинации благоустройства площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования, как зона пешеходного транзита, общения людей, развлечения и оказания услуг. Об этом пишет руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Самарские фонтаны готовят к тестовому пуску. Специалисты проводят комплекс ремонтных работ, чтобы в новом сезоне фонтаны функционировали бесперебойно. Всего их 48. В день общегородского субботника 23 апреля проведут пробные пуски. В этом году планируют обновить фонтан возле бассейна ЦСКА ВВС. Приведут в порядок стяжку дна чаши, выполнят обработку арматурных стержней антикоррозийным составом, устроят гидроизоляцию, восстановят облицовку гранитными плитами стен фонтана и покрытие мозаикой дна и стен, сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». В Самаре скорректировали расписание городского маршрута номер 50. Учтены пожелания жителей Красноглинского района. Перевозчик с понедельника 25 апреля запускает автобусы в рейс с корректировками на 10 минут раньше. От ЖД вокзала в 5.50, в 6, в 6.16, в 6.32, 6.48, в 7 часов, 7.12, 7.24, 7.36, 7.48 и 8.00. Вопросы можно задавать по телефону 207-70-11, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Телеграм-канал Кировского района пишет, что в парке 50-летия октября состоялся районный этап городской легкоатлетической эстафеты, посвященной победе в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Участие приняли 30 общеобразовательных учреждений Кировского района.